Боже, милости буди нам грешным. Создавай нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы совершили, Господи, прости и помилуй нас грешных. Благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов на всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди все висевные, очистенные от всяких скверны, спасибо лажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо то есть царство и силы и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Поспеши, Боже, избавь меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдится и посрамится ищущей души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо», да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно, велик Бог, я же беден и ниж, Боже, поспеши ко мне, Ты помощь моя, избавитель мой, Господи, не замедли. Постимся постом приятным, благоугодным, Господи, истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости, отложения, похоти, отлучения, глаголания, лжи и клятва преступления, сих оскудения, пост истины есть и благоприятный. Велия мученик Твоих Христе сила, во гробе Его лежат и духи прогоняют, и упразднившаяся вражию власть веруют, троическое подвигшееся о благочестии, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богородице, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Богородице, предстательство всех молящихся, Тобою дерзаем, Тобою хвалимся в Тебе. Все упования наши есть, моли, родшего из Тебе, о непотребных рабех Твоих. Помощник и покровитель явился ко мне ко спасению, Он Бог мой, прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. С чего начну я плакать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало Христе положу я нынешнему моему сетованию? Но Ты, как милосердный, даруй мне оставление прегрешений. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Несчастная душа, приди с плотью своею, исповедайся Создателю всего, воздержись, наконец, от прежнего безрассудства и принеси Богу слезы с раскаянием. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Подражав первозданному Адаму, в преступлении я сознал, что за грехи мои я обнажен от Бога, лишен Бога, от вечного царства и сладости всего царства. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Увы, несчастная душа, зачем ты уподобилась первой жене Еве? Не с добром ты посмотрела, уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву, необдуманно вкусила безрассудной снеди. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вместо чувственной Евы во мне восстала Ева мысленная, страстный плотской помысл, обольщающий приятным, но вкусу доставляющий всегда горький напиток. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Спаситель Адам достойно был изгнан из Едема, как не сохранивший одной твоей заповеди. Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий твои животворные наставления? Слава тебе, Боже наш! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пресносущая Троица, которой мы поклоняемся в одном существе, сними с меня обременительную тяжесть греха и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем прославляющим тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и как непорочная владычица прими меня, кающегося. Внемли, небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Внемли, небо, я буду возвещать, земля, прислушайся к кающемуся и прославляющему Бога голосу. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Боже, Спаситель мой, возри на меня милостивым твоим оком и прими мою пламенную исповедь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я один более всех людей согрешил пред тобою, но, Спаситель, жалься над твоим созданием. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Отобразив на себе безобразие моих страстей, я исказил красоту ума сластолюбивыми стремлениями. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Милосердный Господь, меня охватывает ураган зла, но как Петру и мне ты простри руку. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я осквернил одежду моей плоти, Спаситель, и изгрязнил то, в чем образ твой и подобие. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Удовольствием и страстей я омрачил красоту души, и весь ум всесовершенно в прах превратил. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ныне я изорвал всю мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель вначале, и потому лежу нагим. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я милосердны слезы блудницы и я проливаю, смилуйся надо мною, Спаситель, по Твоему благоснисхождению. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я взглянул на красоту дерева и прельстился в уме, и теперь лежу нагим и стыжусь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Все начало вождей страстей пахали на хребте моем, растягивая вдоль по мне беззаконие свое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Воспеваю Тебя, единого в трех лицах, Бога всех, Отца, Сына и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица Дева, Ты одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. На неподвижном камне заповедей Твоих, Христе, утверди мое помышление. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некогда, одождив огонь от Господа, Господь попалил землю Содом. Помилуй меня, Боже, помилуй. Душа, спасайся, как праведный Лот на горе, и поспешай укрыться в Сигор. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Беги, душа, воспламенение, беги содомского пожарища, беги истребление божественным пламенем. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Христос, Спаситель, согрешил я, один согрешил пред Тобою больше всех. Не презирай меня, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ты, добрый пастырь, отыщи меня, агнца, и не презирай меня, заблудившегося. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Сладчайший Создатель мой Иисус Спаситель, Тобою я оправдаюсь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Спаситель, я пред Тобой исповедуюсь, безмерно согрешил я против Тебя, но по Своему милосердию отпусти, прости меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! О Троица, единица Божия, спаси нас от заблуждений, искушений, опасностей, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, чрево, вместившее Бога, радуйся, престол Господень, радуйся, Матерь нашей жизни. Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, и устрашился, что Тебе угодно родиться от Девы и явиться людям. И сказал, услышал я весь о Тебе и устрашился, слава силе Твоей, Господи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Не презри творений Твоих, не оставь создания Твоего, праведный судья, ибо хотя я, как человек один, согрешил более всякого человека, но Ты, человеколюбец, как Господь всего мира, имеешь лать отпускать грехи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Конец приближается, душа приближается, и Ты не заботишься, не готовишься. Время сокращается, восстань, судья уже близко, при дверях. Время жизни проходит, как сновидение, как цвет. Для чего мы напрасно суетимся, но Ты Духом Святым возбудил меня на истинное покаяние. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Пробудись, душа моя, размысли о делах своих, которые ты сделала. Представь их пред своими очами и пролей капли слез твоих. Безбоязненно открой Христу дела и помышления твои, и оправдайся кровью Его. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Нет в жизни ни греха, ни деяния, ни зла, в которых я не был бы виновен, Спаситель. Умом и словом, и произволением согрешив, и намерением, и мыслью, и делом так, как никто другой никогда. Но Ты по неложному слову Твоему простил меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Потому я обвиняюсь, потому я осуждаюсь. Я несчастный, своею совестью строже, которой нет ничего в мире. Судья, искупитель мой и испытатель, но Ты пощадил, избавил и спас меня, раба Твоего. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Лестница, которую в древности видел великий из патриархов, служит указанием. Душа моя на восхождение делами, на возвышение разумом. Поэтому, если хочешь жить в деятельности и в разумении, и созерцании, то обновляйся в Дух Святом, получив уже рождение свыше. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Патриарх по нужде терпел дневной зной и переносил ночной холод, ежедневно сокращая время, пася стада, трудясь и служа, чтобы получить себе две жены. Для меня этот пример в Священном Писании. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Под двумя женами понимай деятельность и разумение в созерцании, под Лию как многочадную деятельность, а под Рахилию как полученное через многие труды разумение, ибо без трудов душа ни деятельность, ни созерцание не усовершенствуются. Как счастливы мы и безопасны, имея толкование святых отцов Церкви. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Нераздельным по существу, неслиянным по лицам, богословски исповедую Тебя, троичное единое Божество, соцарственное, сопрестольное, возглашаю Тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую и ныне и присно и во веки веков. Аминь! И рождаешь ты, остаешься девой, в обоих случаях сохраняя по естеству девство. Рожденный тобой обновляется закон природы, а девственное чрево рождает. Когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, путеводи меня в повелениях Твоих, и научи меня, Спаситель, исполнять волю Твою. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Жизнь свою я постоянно проводил в ночи, ибо мраком и глубокую мглою была для меня ночь греха, но Ты соделал меня сыном дня, Спаситель. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Подобно Рувиму, я несчастный совершил преступное и беззаконное дело пред Всевышним Богом, осквернив ложе мое, как тот отче, но Ты простил меня по милосердию Твоему. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Исповедуюсь Тебе, Христос Царь, согрешил я, согрешил, как некогда братья, продавшие Иосифа плоть чистоты и целомудрия, но Ты сам взыскал меня из плена греховного. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Но, приняв Тебя, я получил прощение. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Но встреча с Тобой, Иисусе, все изменила. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! С родниками предана была душа праведная, возлюбленный продан в рабство, прообразуя Господа, Ты же, душа, сама всю продала себя своим порокам. Но Ты очистил меня, омыл кровью Своею. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! подражай праведному Иосифу и уму его целомудренному, несчастная и невоздержная душа, не оскверняйся и не беззаконствуй всегда, безрассудными стремлениями, силу и победу над грехом ты даешь мне сам. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Владыка Господи, Иосиф был некогда во рву, но в прообраз твоего погребения и воскресения принесу ли когда-либо что подобное тебе? Я думал я, но ты извлек меня из тенистого рва. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога. Свят, свят, свят ты, Отец, Сын и Дух, простая сущность, единица вечно поклоняемая. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе, нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева, сотворивший мир Бога, облек мой состав, соединил с собою человеческую природу. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал жизнь мою от погибели. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Искренно приношу Тебе, Спаситель, слезы очей моих и воздыхания из глубины сердца взывающего: Боже, согрешил я пред Тобою, милосердись надо мною, и Ты услышал и ответил мне. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Уклонилась ты, душа, от Господа своего, как Дафан и Аверон, но воззвала из ада преисподнего: пощади, чтобы пропасть земная не поглотила тебя. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Рассвирепев, как телица, ты, душа, уподобилась Ефрему, но как серна спасена от теня свою жизнь, окрылив ум деятельностью и созерцанием. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Моисеева рука, да убедит нас душа, как Бог может убелить и очистить прокаженную жизнь. И не отчаивайся сама за себя, хотя ты и поражена была некогда проказою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я, Троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтоб по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос, Бог вездесущий и все наполняющий. За призыв Твой благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Мы согрешили, жили беззаконно, неправо поступали пред Тобою, не сохранили, не исполнили, что Ты заповедал нам. Но не оставь нас до конца, Боже, отцов, ибо ныне мы искуплены, чада Твои. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Я согрешил, жил в беззакониях и нарушил заповедь Твою до встречи с Тобою. Ибо я рожден в грехах, и к язвам своим приложил еще раны. Но сам ты помиловал меня, как милосердный Боже Отцов. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Тайны сердца моего я открыл пред тобою, судьей моим. Возри на смирение мое, возри на скорбь мою, обрати внимание на мое ныне осуждение и сам помилуй меня, как милосердный Боже Отцов. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Саул, некогда потеряв ослиц своего отца, неожиданно с известием о них получил царство. Душа, не забывайся, предпочитая свои скотские стремления Христову царству. За напоминание о сем. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Если Богоотец Давид некогда и вдвойне согрешил, будучи уязвлен стрелою прелюбодеяния, сражен был копьем мщения за убийство, но ты, душа моя, сама страдала более тяжко, нежели этими делами, произвольными стремлениями, но ты усыновил меня, Иисусе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Давид некогда присовокупил беззаконие к беззаконию и с убийством, соединил прелюбодеяние, но скоро принес и усиленное покаяние. А ты, коварнейшая душа, совершив большие грехи, раскаялась пред Богом и была прощена. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Давид, некогда изображая, как бы на картине начертал песнь, которая обличает совершенный поступок, взывая «Помилуй меня, ибо согрешил я пред тобой одним Богом всех, сам ты очистил меня». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица простая, нераздельная, единосущная, и одно Божество, светы и святы, три святы. И одно лицо свято, Бог, Троица, воспеваемая в песнопениях, воспой же и ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Воспеваем тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, Богородительница, ибо ты родила одного из нераздельной Троицы, Христа Бога, и сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители. Кого прославляют воинства небесные, пред кем трепещут херувимы и серафимы, того все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Помилуй меня, грешника, Спаситель, пробуди ум мой к обращению примикающего севу милосердись надзывающим. Я согрешил пред тобою, спаси, я жил в беззакониях, и ты помиловал меня. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Везомый на колеснице Илья, взойдя на колесницу добродетелей, некогда вознесся, как бы на небеса, превыше всего земного. Помышляй, душа моя, об его восходе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Некогда Елисей, приняв милость Ильи, получил сугубую благодать от Господа. И ты, душа моя, получила этой благодати за воздержание. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Елисей милостью Ильи некогда разделил потоки Иордана на ту и другую сторону. И ты, душа моя, получила еще большую благодать за воздержание веры в Иисуса Христа. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Самонитянка некогда угостила праведника с добрым усердием. А ты, душа, если не применишь, не примешь в свой дом ни странника, ни пришельца, зато будешь извержена вон из брачного чертога с рыданием. Ты сам соделал меня странноприимным. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ты, несчастная душа, непрестанно подражала нечестивому нраву Гиезе, После искреннего покаяния и обращения к Господу ты, душа моя, отвергла его сребролюбие, оставив свои злодеяния, избегла огня гиенского. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безначальный Отче, собезначальный Сын, Утешитель благий, Дух правый, Родитель Слова Божия, безначальное Слово Отца, Дух животворяющий, созидающий, Троица единая, помилуй мя, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира против плоти Мануила соткалась внутри твоего чрева пречистая, как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем тебя истинною Богородицей. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, без нужной матери нетленен плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому тебя, как Богоневесту Матери, мы все роды православно величаем. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ум изранился, тело расслабилось, дух болезнует, слово потеряло силу, жизнь замерла. Конец при дверях. Но вот ты встретила Искупителя своего Иисуса, несчастная душа, и Он исцелил тебя, одел в брачную одежду. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Я воспроизвел пред тобой, душа, сказания Моисея, бытии мира, и затем все заветное Писание, повествующее о праведных и неправедных. Из них ты, душа, стала подражать не последним, а первым, не согрешая пред Богом, получив по благодати от Него силу побеждать грех. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ослабел закон, но воздействует Евангелие, не пренебрежено все Писание тобою, пророки и всякое слово праведника не потеряли силу. Язвы твоей душа исцелились врачом Иисусом Христом, исцеляющим тебя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Из Новозаветного Писания привожу тебе примеры душа, возбуждающие в тебе умиление. Так подражай праведным и отвращайся примера грешных, и умилостивляй Христа молитвою, постом, чистотою и непорочностью. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Христос, сделавшись человеком, призвал к покаянию разбойников и блудниц. Покайся, душа, дверь царства уже открылась, и прежде тебя входят в нее кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи. Веди меня по неложному обещанию твоему. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Христос сделался человеком, приобщившись ко мне плотью, и добровольно испытал все, что свойственно природе, за исключением греха, показывая тебе, душа, пример и образец своего снисхождения. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Христос спас волхвов, призвал к себе пастухов, множество младенцев сделал мучениками, прославил старца и престарелую вдовицу. Их деяниями и жизни подражай, душа, иначе горе тебе, когда будешь судима. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Господь, спастившись 40 дней в пустыне, наконец залкал, обнаруживая в себе человеческую природу. Не унывай, душа, если враг устремится на тебя, но да отразится он от ног твоих молитвами и постом. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом, жизни и жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сохраняй град свой, пречистая Богородительница, Под твоей защитой он царствует с верою, от тебя получает крепость, и при твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный отче Андрея, моли Бога о нас. Андрей, досточтимый отец приблаженный пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели, бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего, Господь слышит, когда я призываю его, гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы, правду и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино ели, умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, не в гневе Твоем наказывай меня, помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе, обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо смерти нет помятования Тебе, во гробе кто будет славить Тебя, утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою, и сохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача мой, услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою, да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес, Ты из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. С нами, Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. Услышите до последних земли, яко с нами Бог. Могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог. Ащебо паки возможете, паки побеждены будете, яко с нами Бог. Ащебо паки возможете, и паки побеждены будете, и же ящий совет совершиваете, разорит Господь, яко с нами Бог. И слово еже, аще возглаголите, не прибудет вас, яко с нами Бог. Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог. Господа же Бога нашего того, осветим и той будет нам в страх, яко с нами Бог. Яще на него надеяться буду, будет мне во освящение, яко с нами Бог. И уповая буду на него, и спасуся им, яко с нами Бог. Все азы дети, я же медади Бог, яко с нами Бог. Люди, ходящие во тьме, видишь и свет велий, яко с нами Бог. Живущие во стране, все не смерть, не свет воссияновы, яко с нами Бог. Яко отрочи родися нам, и сын, и дадеся нам, яко с нами Бог. Его же начальство бысть на раме его, яко с нами Бог. И мира его несть предела, яко с нами Бог. И нарицается имя его велико совета ангел, яко с нами Бог. Чуден советник, яко с нами Бог. Бог крепок, властитель, начальник мира, яко с нами Бог. Отец будущего века, яко с нами Бог. С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с нами Бог. Разумейте языцы и покоряйтесь, и ныне и присно и во веки веков, яко с нами Бог. День пришед, благодарю Тебя, Господи, вечер прошу с ночью, без греха подашь мне, спаси и спаси меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, день пришед, славословлю Тебя, Владыка, вечер прошу, с ночью безблаственно подашь мне, спаси и спаси меня, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. День пришед, песнословлю Тебя, святые, вечер прошу, с ночью ненавестен подашь мне, спаси и спаси меня. Бесплотное естество херувимское, немолчными песнями Тебя славословят. Шестокрыльное животное серафимы, непрестанными глазы Тебя превозносят. Ангелы же вся, воинство, тресвятыми песнями Тебя восхваляют. Прежде бо всех, еси сы Отец, и собезначально имеша Твоего Сына, и равночестно, нося и дух жизни, Троица, являющаяся нераздельная, Пресвятая Дева, Матерь Божия, ей же слово самовица и слуга, пророк же и мученик, и вселицы, яко бессмертную имущих жизнь, а всех молитеся прилежно, яко все есть мы в бедях. До прелести избавлявшейся лукавого, ангельскую вопьем песнь, святый, 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 три святый Господи, помилуй и спаси нас. Аминь. Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым за всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно, Своим же вся выше. Нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого Марии Девы Его человечеся, распятого же за мной при Понтийском Пилате, и страдавшей и погребенной воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего десну и Отца, и паки грядущего со славою судите, мертвыми царствия не будет конца, и в Духа Святаго Господа истинного и животворящего, от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном поклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую соборную апостольскую церковь, исповедуя едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица Мария, нас грешных. Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас грешных. Пресвятая Владычица Богородица, моли о нас грешных. Все небесные силы, святых ангелов и архангелов, молите о нас грешных. Святые они пророчие, предтечи и креститель Господа нашего Иисуса Христа, моли о нас грешных. Святые славные апостолы, пророки и мученики, и все святые, молите о нас грешных. Преподобные богоносные отцы наши пастыри и учители вселенной, молите о нас грешных. Непобедимая, непостижимая божественная сила честного желтоящего Христа, не остави нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И вот это царство и силы и слава во веки. Аминь. Бытия чтения. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, явилась суша. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. Притчи чтения. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знания и рассудительность, послушает мудрый, умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень, доброе разумение у всех, водящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у нас всех. Сын мой, не ходи с ними, в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно оставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра, оно отнимется, отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входе в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению. Вот я излью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Святитель Иоанн Златоуст о посте. Слово второе. Ныне время умилостивления. Не будем же опускать благоприятного случая, время покаяния в грехах, поспешим же воспользоваться своей благодатью, будем воздерживаться от пищи, а прежде всего от грехов. Освобождение от зла – первое благо из благ. То, что противоположно добродетели, есть порок. А каковы? Зависть, воровство, убийство, вражда и вообще все, что называется злом, и есть зло на самом деле. Пребывающий во зле получает себе возмездие порок, и таким образом еще прежде гиены несет наказание в последствиях порока. Разрез, производимый врачом, сам по себе не зло, но он является наказанием за обусловивший его порок. Первое зло – пребывать в пороке. Нечестивый чужд Богу, если даже он не будет вежен гиену, от блага он уже устранен во всяком случае. Не соблюдающий целомудрие оскверняется пожеланиями, завистник снедается своей страстью, вор мучится стыдом и страхом, убийца дрожит за свою жизнь. Быть злым – вот первое зло. Хотя бы врач не пренебрегал и еще не прибег к ножу, больной уже страдает, хотя бы Бог еще не посылал наказания, он ведь долготерпелив, грешник уже чувствует свой недуг. Всякий, сказано, делающий грех, есть раб греха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. Итак, уже прежде совершения грешник, ему порабощенный, вместе тем несет уже наказание за грех. Пост – прекрасная узда для всех, кто ценит пользу поста. Обращай внимание не на труд, только сопряженный с постом, но и на его плоды. Ведь если не принимать во внимание цели того или другого действия, то сеятель, например, не стал бы сеять, чтобы не показаться тратящим семена попусту. Руководствуясь же надеждой, он сеет то, что у него есть, чтобы пожать то, чего у него нет. Пост изнуряет тело жаждою, зато душа радуется в чаянии благ. Что в нас выше, душа или тело? Конечно, душа. А она, хотя бы и была утолена жажда, питается все же с большей пользой и красотой добродетелей. Должно нам держаться поста, который не только не вредит телу, но еще врачует его и поддерживает в нем здравие. Постящиеся извлекают из поста пользу и в телесном отношении, подобно борцам, которые посредством упражнения освобождают себя от излишка плоти и в то же время восполняют то, чего недостает душе. Душа всегда заботится о теле, но питает его для себя самой и печется о нем ввиду собственной пользы. Душа управляет телом и направляет его к своим целям. И, конечно, если она имеет попечение о теле, то еще больше должна позаботиться сама о себе. В силу установленного самим Богом порядка душа владеет телом. Те, которые телу отдают предпочтение пред душой, извращают этот естественный порядок. Не душа служит телу, но согласно изначально установленному правилу, тело всегда подчиняется душе. Если и это для тебя неубедительно, то хотя праздники, которые установила душа для тела, пусть удостоверяют тебя в том, что она желает добра для тела. Между тем, всякий раз, когда тело получает преобладание над душой, оно само сохраняется, а душа гибнет. Не будем думать, что польза поста ничтожна. Если бы от плодов одного дерева воздерживался Адам и соблюл пост только по отношению к нему одному, то смерть бы была умершлена, или лучше сказать, не было бы надобности умершлять то, чего и не было. Видишь, если бы Адам воспользовался тем лекарством, какое представляет собой пост, то род наш не был бы смертным. Какие благодатные средства потребовалось для того, чтобы уничтожить последствия невоздержания нашего прародителя, сообразив, как гибельно было противоположное, то есть невоздержание, допущенное Адамом в отношении одного только дерева, оцени затем, какое великое благо пост и удаление от того, что вообще дозволено. Ведь Адам, коснувшись того, что было запрещено, погубил свой род. Пост, устраняющий то, что дозволено, исправляет его грехопадение. Если бы Исав постился, он не продал бы своего первородства, но, оказавшись рабом еды, он променял свое природное преимущество на чечевичную похлебку. Знающим Писание напоминаю об этом. Что принес Моисей иудеям с горы закон и 40-дневный пост. Но прежде чем был принесен закон, народ предался нечестию. Первая заповедь закона гласит: Господь Бог един есть. Второзаконие 6 глава 4 стих. А те, которые должны были получить эту заповедь, говорят: вот эти боги твои. Великий недуг изображения тельца предпочли Богу живому. Какое же средство употреблено было против этой беды? Опять постится Моисей, не совершивший греха, и виновник ветхого закона умилостивляется к согрешившим. Постом началась проповедь Нового Завета. От поста получила начало. Спаситель, крестившись ради нас, и удалившись в пустыню, прежде всего постится и таким образом полагает начало знамением не потому, чтобы сам нуждался в посте, но чтобы нас научить пользоваться постом. Итак, если Ветхий Завет открывается постом, и постом полагает основание новому, то и мы, да, не осмелимся счесть пост злом. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи сил с нами буди, и много разве Тебе помощника в скорбях не имамы. Господи сил, помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Господи сил с нами буди, и много разве Тебе помощника в скорбях неимамы. Господи сил, помилуй нас. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи сил, с нами буди, и много разве Тебе помощника в скорбях неимамы. Господи сил, помилуй нас. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтыре и гуслях. Господи сил, с нами буди, и много разве Тебе помощника в скорбях неимамы. Господи сил, помилуй нас. Хвалите Его в тимпане и летце, хвалите Его во струнах и органе. Господи сил, с нами буди, и много разве Тебе помощника в скорбях неимамы. Господи сил, помилуй нас. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Господи сил, с нами буди, и много разве Тебе помощника в скорбях неимамы. Господи сил, помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Господи сил, с нами буди, и много разве Тебе помощника в скорбях неимамы. Господи сил, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, аще небыхом святая Твоя имели молитвенники, и благостыню Твою, милующую нас, как усмели быхом спаси, петь и Тя, Его же славословят непрестанно ангелы, сердцевещи пощади души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многое множество моих, Богородица, прегрешений к Тебе прибегаю, пречистое спасение даруй. Посети немоществующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дайте нам оставление. Я же содеях лютых едино благословенно, Всесвятая Богородица, во время живота моего не остави мне человеческому предстательству, не верь мя, но сама заступи и помилуй мя. Все упование на Тебя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под покровом Твоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славим Христе Божий, долго терпеливо, много милостиво, много благоутробно. И же праведно любя, грешно и милуя, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в час сей молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избавь нас от всякого скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаем и наставляем, и достигнем в соединение веры, в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же смиренномудрия, целомудрия, терпения, любви даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даруй, зрите мне моя согрешение, и осуждайте брата моего, яко Ты благословен во веки веков. Аминь. Боже, милости буди нам грешным. Боже, милости буди нам грешным. Боже, милости буди нам грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи и Владыка, живота мой, дух праздности, уныния, его начале празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же смиренномудрия, целомудрия, терпения, любви даруй мне, Господи, рабу Твоему. Ей, Господи, царю, даже зрите мне мое согрешение, осуждайте брата моего, так Ты благословен во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и сей на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо то есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И дашь нам, Владыка, на сон грядущим покой тела и души, и сохрани нас от мрачного сна греховного, и от всякого темного и ночного сладострастия, укроти стремление страстей, угаси разжение стрелы лукавы, я же наны льстивно движимая, плоти наше восстание утоли, и всякого земного и вещественного наше мудрование успи. И даруй нам, Боже, бодр ум, целомудрен помысл, сердце трезвяще, сон легок, и всякого сатанина мечтания изменен. Восстави же нас во время молитвы, утверждены в заповедях Твоих, и память судеб Твоих в себе твердо имуще. Всеночного славословия нам даруй. Вы же пейте и благословляйте и славословите пречестное великолепное имя Твое, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславная Преснодева, Матерь Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему, Богу нашему, да спасет Тобою души. Наше упование, мой Отец, прибежище мой, Сын, покров мой, Дух Святой, святый, Троица Святая, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и благоносных отцов наших, всех святых, помилуй нас. Аминь. Спаси, Господи, и помилуй Церковь Твою, святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, священнические, иноческие чины, прицерковные, вся православные христианы, и митрополита Сергия, батюшку нашего, отца Якима, священников исконно верующих Тебя, почитающих Тебя, братьев истинно верующих Тебе, спаси, Господи, и помилуй, болящих посети милостью Твоей. Дару, Господи, исцеление, облегчение. Да будет воля Твоя святая в тех всех событиях, которые сейчас происходят, и с нами тоже в этой стране, в которой живем мы. Дару, Господи, чтобы во всем была воля Твоя святая. Да не покусимся мы, Господи, что-то остановить, что Ты делаешь, ибо без Тебя мы не можем творить ничего. Благослови, Господи, наших чад, искренней веры в Тебя, Господа и Творца. Даруй нам быть самим, как в молитве Ефрема Сирина, наблюдать за собою, и чтобы это было для нас спасительно. Помоги нам, Господи. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милости буди нам грешным, создавший нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас грешных, благослови. Сегодня окончена первая часть чтение великого канона Андрея Критского. Завтра будет, во вторник, продолжение, будет вторая часть чтения великого покаянного канона Андрея Критского. В это же время, в 5 часов вечера.